Фраг, ну что ты опять в настроении, а? Смотри, как все хорошо складывается. Ну что, прокатимся, парного молочка попьем, каких-нибудь, опять же, сексуальных крестьянок влюбимся. А, брат, все нормально? Юр, это с тобой не все нормально. С каких пор нужно за крестьянками ехать в деревню? Тебе что, в общаге, что ли, не хватает крестьянок симпатичных?